Карта Мидлбург. Здесь разыгрывались тысячи крутейших партий. Несколько скилловых комбинаций от гроссмейстеров ты увидишь прямо сейчас. Мидлбург делится на три зоны. Город, подъем на гору и сама гора. Все просто, но только на первый взгляд. Город. Преимущество этой зоны — ровный рельеф и здания, за которыми удобно прятаться. Идеально подходит для тяжело бронированных ТТ и ПТ. Чтобы удачно сыграть в городе, не делай таких ошибок. Первая ошибка — гнать сюда на среднем танке. Город для ТТ и ПТ, иначе рискуешь наткнуться на крепких парней. И получится что-то вроде этого. Выбирай машину потолще. Она лучше подходит для городских боев. На ней ты будешь чувствовать себя гораздо комфортнее. Вторая ошибка — пытаться затащить город в одиночку. Уничтожат так быстро, что ты перезарядиться не успеешь. Или наткнешься на такого же одинокого соперника, и результат боя будет непредсказуем. Поэтому сражайся вместе с союзником. Он поможет разыграть мидлбургский дебют. Ошибка номер три. Упустить момент. Например, вот противник приехал на позицию. Он на открытом пространстве, и никто его не прикрывает. Что нужно делать? Правильно, не упускать момент. Нужно окружать, атаковать с разных сторон и отправлять в ангар. Поэтому, если видишь, что у твоей команды преимущество, не теряй времени, наступай. Главное, не забывай о принципе любого танкового сражения. Всегда взаимодействуй с командой. Видишь, что союзники сковали противника боем? Наноси удары с флангов. Подъем на гору. Место, где особо не задержишься. Оно открывает две возможности. Первое — ты можешь засветить разъезд и помочь команде разобраться, кто где из соперников находится. Вторая возможность — выманивай противника и настреливай ему по полные баки. Гора. Ты только посмотри на ее рельеф. Идеальное место для СТ и ЛТ. Но будь внимателен, иначе проморгаешь момент, когда окажешься в прицеле. Например, как этот игрок. Вместо того, чтобы дать засвет и спрятаться, он выскакивает в поле. Тут же попадает под огонь противника и предсказуемо отправляется в ангар. Если у твоего танка хорошие углы вертикальной наводки, и ты хочешь удивить противника, вот отличная позиция. Заезжай сюда, выкатывайся для выстрела и откатывайся назад. Будь начеку, чтобы не позволить обойти себя слева. С другого респа есть вот такая агрессивная позиция. Но в нее нужно заезжать на танке с броней. И только если на горе много твоих союзников, и они готовы тебя прикрывать. А если играешь с друзьями, попробуй такую домашнюю заготовку, как эти кибергроссмейстеры. Они втроем едут к развалинам на холме, выстраиваются в линию и заталкивают М60 наверх. Тот светит далеко вперед и играет от башни при необходимости. Неожиданно, элегантно, эффективно. Если на горе никого нет, и ты на быстром танке, воспользуйся возможностью. Заходи в тыл через вражескую базу и накидывай в корму. Мидлбург — это карта, где нужно извлекать максимальную пользу из каждого куска щебня, холма и оврага. Дерзких комбинаций в бою! Ставь лайки этому видео и подписывайся на канал.